О, я вас и не заметил. Не мудрено в таких-то крутых очках. Последнее время наслаждаюсь полетами на новом дроне от DJI, DJI Avata. И спешу поделиться этой радостью с вами. От винта! Итак, вот этот классный дрон в комплектации Motion Combo, то есть сам аппарат, новые очки DJI Goggles 2 и Motion Controller. Последний работает так же, как и с DJI FPV, так что про это уже есть ролик, зацените на нашем канале. Avata может работать и с обычным FPV-пультом, но это мы подробно расскажем в другом ролике при сравнении двух FPV-дронов DJI. Также сравним разные версии очков, так что подпишитесь на канал, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить будущие видео. Ну а пока заценим сам дрон. У Avata очень компактный дизайн в стиле самосборных аналоговых дронов. Он защищен от ударов мощной рамой, так что зачастую после случайного столкновения дрон останется в воздухе, готовый к новым виражам. Мне Avata безумно понравился, так что я не буду делать краш-тесты. Мне его банально жалко. Но попробуйте посмотреть ролики на эту тему, дрон реально очень крепкий, а это жирный плюс для новичков, которые только-только постигают азы FPV полетов. Батарея Avata вставляется сзади, на манер DJI FPV, и в идеальных условиях ее хватает на 18 минут полета, что впечатляет. А вот отсек для SD-карты и порт USB расположены не в самом удобном месте, сбоку от заднего винта, что сделано, скорее всего, чтобы защитить карту в случае серьезного столкновения. У Avata три режима полета – нормальный, спортивный, при котором дрон становится более быстрым, и ручной, для выполнения различных трюков вроде переворотов в воздухе. Однако, если вы используете Motion Controller, то, как и на DJI FPV, доступны только первые два режима. Что касается датчиков, то на Avata их нет, кроме стандартных сенсоров снизу для посадки, а также предупреждения о близости к земле, что очень помогает при полетах на сверхмалой высоте. Если же дрон после столкновения перевернется вверх ногами, реализована функция автоматического переворота под названием режим черепахи. Так же, как и на других дронах DJI, на Avata есть функция автоматического возвращения домой. Перед тем, как рассказать о самом интересном... Спойлер, это про камеру Avata. Пару слов о новых FPV-очках. DJI Goggles 2 стали меньше и легче предыдущей модели. Она называется FPV Goggles V2, что очень похоже, но запутаться сложно, ведь внешне они заметно различаются. Новинка имеет встроенные складные антенны, что делает очки более удобными и мобильными. Сами окуляры закрываются специальной блендой и имеют возможность подстройки не только расстояния между глазами, но и диоптрий от плюс 2 до минус 8, чему я несказанно рад, так как обладаю неидеальным зрением. Благодаря новейшей системе передачи изображения OcuSync 3+, как на Mavic 3, очки выдают Full HD картинку с минимальной задержкой, а управление интерфейсом осуществляется через удобную тач-панель на правой стороне девайса. Теперь можно записывать данные с экрана очков. Также присутствует технология управления дроном наклоном головы, помогая делать еще более бодрые трюки. Главное, следите, чтобы у вас не случилось головокружение. Батареи для очков хватает более чем на 2 часа, и теперь на ней есть удобная клипса, чтобы кабель случайно не отошел у вас в кармане. Ведь когда я на большой скорости пытаюсь пролететь сквозь игольное ушко, меньше всего мне хочется, чтобы очки отключились. Ну что ж, теперь о сладеньком. На DJI Avata установлена камера с сенсором 1 на 1,7 дюйма и 48 мегапикселями, что ощутимо лучше DJI FPV. При этом доступное качество съемки равно 4K 60 FPS. А для любителей постобработки присутствует профиль D-CineLike для более точной цветокоррекции. Ширина обзора равна 155 градусам, при этом возможны три варианта угла – нормальный, широкий и сверхширокий. Присутствуют знакомые нам по DJI FPV и Action 2 технологии цифровой стабилизации – Rocksteady последней версии, сглаживающей финальную картинку до кинематографичной плавности. И Horizon Steady, благодаря которому удерживается ровный горизонт. Чумовая фишка. Также, если вы хотите самостоятельно стабилизировать финальную картинку, например, в программе Geroflow, Avata поддерживает запись гироданных. Итак, покажу вам свои полеты на Avata. Я не самый опытный FPV-пилот, но летать на этом маленьком монстре мне дико зашло.
somebody has to get the message out. Я в восторге от нового дрона и считаю, что это отличное решение как для новичков, решивших освоить FPV-полеты, так и для профессионалов, которые хотят получить плавные кинематографичные кадры. Ну и тонны веселья вам точно обеспечены. Если есть еще какие-то вопросы по Авате, жду их в комментариях. Не пропускайте новые ролики, ну а у меня зарядились батареи, так что я погнал летать. С вами, как всегда, был fovision.ru. Пока! Несколько оригинальных файлов будут доступны в облаке по ссылке в описании.